Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на новом эпизоде Custom Quest. Он движется своим чередом. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказываете этой серии прохождений. Это для меня неожиданно. Еще раз спасибо. Итак, начинаем творить свои хэллоуинские дела. Ха-ха! Пойдемте в аркаду. Там много-много гремлинов. И они, похоже, настроены против нас очень решительно. Но мы тоже не лыком бутерброды сшитые, да? Вот, их тут двое, ух, их тут двое, я забыл совсем. Так, подружка толстая. Хорошо, мы помним, что там у нас не хватает одного участника. Сейчас мы быстро подбежим к спине и шлепнем его. Ха-ха! Каких-то два толстокожих приятеля. О, у одного даже за спиной какая-то булава. Так, они равны, огр-гренадер. Да, мы уже о них знаем. Так что, какая разница, кому мы из них будем убивать, поэтому будем убивать... Этого сначала shift ей. Скушал! И отравился еще к тому же. Из кулака! Получай в нас опыру свою! Опа! Не увернулся, получил хороший удар прямо в лицо. Совсем забыл, что нужно уворачиваться. Ага, при удачном увороте. Контратака. Как я люблю это! Ну мы просто непобедимы, вы согласны? Я слышу, как ваши флюиды ума согласны. Ну ладно, это не идеально, хотя этого было достаточно. И контратака! Ох, Марочка, ох, Марочка! Бон амито, копетито! Космический прыжок-пирожок. И одним гремлином стало меньше. Мы получили пасхальный кулич. Больше пасхальных куличей. А чё ты ходишь тут, а? Блин, не делай это на любовные зелья бесплатно. Как можно? На! Я просто настроен подраться. Как руки чешутся. И ноги чешутся. Может, у меня чесотка? Это вряд ли. Теперь много магов. Помню, с ними у нас были проблемы. Но будут ли проблемы сейчас? Я не уверен. Ой, все хорошо складывается. Все складывается хорошо. С одного раза зачистили мага. Так, надо тут... Контратак. О, ты скастил на себя щит. Молодец. Молодец! Толку от этого щита не очень много, я думаю. Кушай! Зеленки-то кушай. Как, мы его еще не убили? А, вот так. Вот так теперь все стало на свои места. Блин, а! Это было круто. Серьезный дамаг он нам нанес. Не, ну хотя бы Рейнольдом мы справимся. Понятно, что робот уже сейчас умрет, но... Воу-воу-воу-воу-воу, мы умерли, ладно. То есть эти, робот наш умер. Ну не умер, тут никто не умирает, друзья. Это всего лишь фантазии детей. Ил, отлично. Ила мне только не хватало. Я всех убил. Да-да-да-да-да. Аркада. В аркаде, как всегда, куча мусора. Его оставляют дети, которые... Да вы не знаете, что такое аркада. Я такой старый. Что знаешь, что такое аркада? Конфетки. Давай поговорим с тобой. Давай. Говорить с тобой. Ух ты, не думал, что будет так много работы в Хэллоуин. Интересно, почему эти детишки не колядуют? Потому что они... Геймеры, геймеры! Так, детишки. Ага. Вот этот. Мы сейчас из этого всего еще конфет навытребаем. Вот. Они же работают на... Черт, это стоило мне жизни. Скажи спасибо, что... Нет, что может быть хуже жизни? Ничего. Обиди пропустить. Так, как бы нам его... Блин, убить их мы сможем? Что здесь происходит?
Ну, привет! Я не могу сейчас говорить. Видишь этих ужасных монстров повсюду? Конечно, вижу. Они заставляют нас играть в игры и менять ваши билеты на сладости. Я не знаю, зачем им так много. Эй, парни, может, вы отвлечете их типа того, а мы пока потихоньку улизнем? Отличная идея! Да, это по-настоящему больно. Черт, почему мы просто не пошли за конфетами? Эй, кончай тявкать и принимайся за работу, покуда мистер неумеля не разозлился. Неумеля. Хорошо, хорошо, отвлечь. Сейчас мы... Только мы застряли. Кажется, мои руки застряли. Ну, наконец-то, мы высвободились. Давайте подскочим как-нибудь трезво и шлепнем ведерком. Можешь работать, а тебе по спине. Ха-ха, тупые людишки думают, что я аркадный автомат. Не думаем мы ничего, мы просто хотим тебя зашлепать ведерком с конфетами. Ну, мы всегда так делаем. Идем на Хэллоуин и шлепаем всех ведерком с конфетами. Ну, что вы с этим поделаете, а? Такая мелочевка шлепать эти конфеты. Так, давай. Эй, постой, я помню этих детей, я ненавижу этих детей. Файтинг! Файтинг! Пип-пип-пип, мы опять стали роботом. Да, сейчас будет это будет просто. У него нет мегафона. Так что... Что он может без мегафона? Да ничего! Он отравлен. Ударен по носу. Ну ладно, ладно, ладно. Так, так, защита, защита, защита. Ку! Успех! Не! Успех! Контратака! Контратака, я хочу контратаку. И я получаю контратаку. Еее! Теперь и ты отравлен, дружок. Но видите, большого дядьки уже нету. Остался только маленький дядька. Запустим в него, что ли, метеорит. Каждому гоблину по метеориту. Да. Виктори! И мы получили щепки и лакричные провода. Почему вы их не победили, мистер Неумеля? Если вы хотели бы это, они сделали это целью сохранения денег компании и решили, что нам стоит просто бежать мимо. А мы за ними побежим. Скорее всего, да, за ними. Так. Шарф. Так, сделали квест, что мы отвлекли этих гоблинов. Так. Где же мы теперь? О-о. Ой. Привет. Привет! Что ты тут делаешь? Да-да-да, ты-то спряталась. Есть дружба? А, она хочет с нами подружиться! Это тот третий для карнавала костюмов, да вы поняли? Конечно, короче. Да! Присоединилась к вашей команде. Это круто, и у нас штанишки какие-то. Трико для костюма. Так, кем она стала? Па-па-па-пам. Па-па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам. Пойдемте-ка сходим... Поучаствуем в карнавалах, в соревнованиях на самый классный костюм. Нас уже трое. Ну как, носокожий тостож... Добро пожаловать на конкурс костюмов торгового центра «Осенний приют». Как вы раз вовремя. Вы как раз вовремя. Для группового конкурса хотите участвовать? Вы можете выиграть самую модную выкройку костюма, да. Что мы должны сделать? Просто будьте самим очаровательным собой. Отличный перевод. И между нами говоря, вы можете узнать больше о конкурсе, поговорив с судьями. Вы узнаете их про оранжевым мантием. Когда будете готовы к конкурсу, просто поговорите снова со мной. Так мы готовы. Так, судей теперь их нужно найти. Да ладно! Знаем мы ваших судей. Судей, барабей. Вот, еще кто-то спрятался. Ты, наверное, спряталась? Нет? Это настоящая прическа моей мамы. Ладно. Сочувствую. Где судья? Так, привет. Спасибо, что прогнали этих призраков. Спасибо, что прогнали этих придурков. Я устал от того, как они мной помыкали. Но теперь можем подняться наверх. Мы так и думали, мы это... Вот эта мантия, судья. Здравствуйте, я мисс Ким. Все костюмы прекрасны, но ни в одном нет глубины. Я бы хотел увидеть что-то более образовательное. Вот что, опять одевать принчешу? То есть, какую принцессу? Статую свободы. Давайте я переодену статую свободы. То есть, переодену девчушку в статую свободы. Вот девчушка стала статуей свободы. Теперь это достаточно образовательно, толстуха? М?
Здравствуйте, мисс Ким. Опять глубины нет у тебя. Ах ты, блин. А, вот еще один судья. Алло, амигос, я мистер Мендоза. Все эти костюмы до настоящего времени были немного старомодными. Я очень хотел бы увидеть что-нибудь в стиле хай-тек. What? А, кстати, мы можем марочку сейчас нашей принцессе какую-то назначить. Да, дадим Люси черную кошечку. Да, черную кошечку Люси, да. Пускай уворачивается от атак, она же вроде как будет лечить нас и поддерживать наше самочувствие. Пойдем на второй этаж. На второй этаж. Оу. Воу-воу-воу. На втором этаже жизнь кипит ключом. Еще один парнишка прячется. Я прячусь, я знаю. Пойман. Пойман, пойман. Как попасть туда, до сундука? Не знаю как. А, еще магазин. Мы должны все магазины зачистить, как вы помните, чтобы открылись двери. Я рад тебя видеть, красавчик. Рад. Вау, статуя свободы, правда. Ну что вы попробуете сделать нам, а? Получай отравление. Ого, вы видели? Опа. Вы вернулась, принцесса наша. Блин, принцесса. На горошине. Принцесса на горошине. Интересно, какой у нее супер удар? Гимн? Ого. Вау! Это эпик. Все подлечились. Это было круто, реально. Втроем-то веселее. Так, тут еще можно наверх подняться. Какие-то ниндзя. Извините, на третий этаж допускаются только опытные охотники на монстров. Что? Мы всю ночь сражались с монстрами. Мы придумали это. Правда? Тогда покажите нам свои рога. Наши что? Принесите-ка нам 3 рога монстра, и мы позволим вам пройти наверх. Что ж, ладно. Нам все равно придется сражаться с ними. Господи, ниндзя думают, что они такие крутые. Ладно. 3 рога, так 3 рога. А, рогатый, вот он рогатый. Сначала забежим сюда в магазинчик, быстро его закроем. Мы как инспекция. Приходим в магазин и закрываем его. Опа, просто конфетки нам дадут. Замечательно. Ну а теперь... Вот, рогастый, бородастый. Давай, давай, иди. Сейчас мы подбежим так. Ха-ха! Так, 3 на 3. Так... У них никакого шанса нет. Нет, есть шанс, есть шанс. Есть шанс. Наш летчик-ракетчик страдает. Который космонавт на самом деле. ВАДСД. Блин, ВАСД. Еще порядок нужно. Опа, увернулись. Ну, ему ничего не помогло уже, все. Еее. Статуя свободы рулит. ВАСД. Это все? Блин, он подпалил наши... наши кинзадза, динь-дон. ВАСД. Наверное, надо очень быстро как-то это нажимать. Тогда большой урон у него будет. Так, у нас 1 рог. Пока все продвигается хорошо. Продвигается. Ты что, спрятался? Ты спрятался? В модном варианте кости светятся в темноте. У меня дешевый. Ладно, не рассказывай про свое трудное детство. Не рассказывай, пожалуйста. Тук-тук, санинспекция пришла. Сладость или гадость? Простите меня в руководстве. Ого, 3 мага. Давайте сейчас очень серьезно сыграем, не облажаемся. С парированием и с ударами. Окей? Окей, вы согласны со мной. Ой, хорошо. И вы... Вот так вот. Блин, пропустил целый удар. Пожалуйста, сделай что-нибудь с собой.
Что ты на него скастил? Мистер Какашку какую-то скастил? Отравись-ка, пожалуйста, отравись. А, там можно просто в разбор шлепать эти кнопки и... Опа, увернулись. Фух, хорошо. Я заклинаю тебя! Скастю красный кулак. Па-па-па, па-па-па. Вхами-вхами-бами. Так. Вот так вот делаем. Мы такие крутые, что даже... Даже три каких-то гоблина урода не могут нам ничего сделать. Коричневый мозг. Мы эпично круты. И у нас новый уровень. Уже шестой, ого. Вот еще один гоблин-единорог. Давай-ка, давай-ка. Пройди мимо, развернись, и я... Отберу у тебя твой рог. Нет! Ну ладно, надеюсь, ничего серьезного. Мы справимся с ним без удара ведерком. Так, нас, как всегда, трое. Мы всегда... А у них тоже, как всегда, трое. Это хорошо. Пушкарь, шмушкарь, волшебник. 300 хп у них. О, ничего себе. Зато с... успел, отвернулся. Ну ладно, почти увернулся. Блин. Ракетчик наш, космонавт, страдает. Ах, как она классно палит, между прочим. Успех. Статуя свободы увернулась. И космонавт тоже увернулся и сделал контратаку. Это было хорошо. Это было хорошо. Так, массивный удар. И ты, пожалуйста, массивный удар. Страдай, страдай. Что, восстановить здоровье или... Восстановим здоровье. Нет, ладно. Прап. Просто нанесли удар. Так, 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 что? Shift. Еее. Не убить вам Эверета нашего, не убить. Контратака. Не добило еще? Ну, зато сейчас... даже так все будет хорошо. И второй рог добыт. Ти-ди-ди, я зэк замочил. Вот еще третий. Вот идет наш третий рог. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, и тут эти ниндзяки. Ты че тут ходишь? Непонятно, ничего. Ничего не хочешь, да? Уе! Забыл, что можно ездить. Сладость или гадость, и там. И там, к вашему вниманию, носатая гадость. Носатая гадость, отсыпала конфет. Носатая гадость, отсыпала конфет. Что ты не будешь делать? Ничего. Носатая гадость, отсыпала... Опа, вот последний паренек прячется. Мы тебя нашли. Остался один. Наверное, еще один остался на третьем этаже. Куда мы попадем, когда соберем три рога единорога гоблина? Давай, come on, baby, light my fire. Он так всегда удивляется, этот гоблин. Ого, по 20 ведерка снесло нынче. Отравляшку-какашку. Снесло просто как... Как ветром. Смыло его. Shift. Yes. Увернулись. Блин. Ну зато отравление. Ладно, ладно. Виноват был. Он еще жив? Фантастика. Наверное, нашей принцессой... Почему я называю всегда принцессой? Это всего лишь статуя свободы. О, да. Ты скастил на себя щит. Напугал. Кого ты напугал, а? На тебе. Из ракет. Поможет тебе твой щит. Ну ладно, помог. Всего 3 хп снесло. А сейчас? А сейчас...
Уже не так весело, да? Уже не так весело. А тут совсем не весело. Ха-ха! Мы уже эти конфеты просто едим задницей. Ого, вы собрали три рога, вернитесь к Дереку и Пабло, чтобы забрать ваш приз. Заберем обязательно. А это вы, Дерек и Пабло. Третий рог монстра. Ух ты, да вы не шутили, вы впрямь убийцы монстров. Это безумие, мы сами обходим их стороной. К тому же, забирать их рога жестоко. Мы не думали, что вы на самом деле это сделаете. А мы крутые! В любом случае, веселитесь, там наверху убийцы. Класс, что это мы получили? Вы получили значок убийцы. Эй, теперь у вас есть то, что поможет пройти эту самую убийственную миссию. Окей, вот возьмите это. Получили выкройку костюма ниндзя. Ого, я забираю назад все те слова, которые говорил про ниндзя. Итак, что вы говорили про ниндзя? Ничего. Он просто играет на публику. И мы пошли на третий этаж. Космиблин! На третий этаж. Сладость или гадость? О, нет, это очкарик! О, я сам в очках. Так, что ты тут с марками стоишь? Тебе тоже что-то надо? Толстый шифлетовый монстр утащил мою карту жуткого угощения. Слизи жуку? Ладно. Сейчас мы... Так вот, отберем и вернем тебе карту. И вот мы съедобная кепка. Это не то, что угощение, которое мы... Нам нужно было достать для парнишки. Но, значит, надо искать, надо искать. Опа, сундук с конфетами. Наверное, это последний магазин на третьем этаже. Ну как же без тебя? Как же без тебя? О нет, он поджарил нас. Я так не люблю, когда нас поджаривают. Это обычно плохо кончается. Оп! И королевицу на нашу статую свободы поджарили. Надеюсь, все пройдет хорошо. Надеюсь, все пройдет хорошо. Так, стопудово нужно будет кастить выздоровление. Массовое. Иначе мы не дотянем до причала. Наш корабль разобьется на подступах к берегу, именуемому Победа. Нет, не будем кастить, просто убьем его. Теперь мы получим ту конфетку, да, прыщики? Нет, не такое жуткое угощение. Так, мы зачистили... Да что ты будешь делать? Чуть на него не выбежали. Сейчас мы обойдем. Блин, а! Напрыгнул на нас. Ил, кофейная ириска. Нет, все равно не те угощения, которые нужно принести мальчику. Ты последняя девочка, по-моему, которая... Да, 6 из 6. Получите приз. Да что за приз у нас будет? 500 хп. XP, точнее. ХП. Так, по-моему, мы тут всех убили уже. Где? Нет, еще можно тут пойти куда-то. Да. А, еще один магазин. И опять очкарик. Че ты стоишь тут, э? Это последний раз, когда я доверил выбор костюма маме. Понятно, сожалею. Сладость или гадость? Сладость или гадость? Сладость или гадость? Сладость, сладость, сладость. Че, похоже, мы зачистили все магазины. О, наша, кстати, конфетка... О, конфетка. Сумка прокачалась. Смотрите, она правда стала больше. А, и вот тут мы получили слизи жуки карточку. Пойдемте быстренько отнесем этому парнишку наверх. Парнишке наверх. И пусть радуется. Пусть радуется, да? Вот. Вы уже нашли этого тупого монстра с моей карточкой сижуков? Да, тебе больше не придется волноваться из-за этого монстра. Вот, мои сижуки, держите, у вас есть такая? Мне же не хватало, спасибо, мне не хватало. Отлично. Мы получили какую-то
фигни еще. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, не забывайте поставить лайк. Это поддерживает эту серию прохождения. Пока! И увидимся в следующем видео.